пеняться на Хит FM. Начни день весело. Итак, первая привычка, которая развивает эмоциональный интеллект. Первая привычка – это он. Привычка. Там не, причина. Причина. Там. Ну, ничего страшного. Ну да ладно. Где-то рядышком, да. Поставим песни и пойдем домой. Итак, первая привычка – это проявлять эмоции с небольшой задержкой. То есть иногда мы реагируем на ситуацию слишком быстро, а потом жалеем об этом. Меня учил один друг, и он сказал всегда так. Перед тем, как ответить, подумай 7 секунд. Но это не касается тебя. А вот ты, походу, не пользуешься этим советом. Ну, после песни «Первая привычка», то да. Ну, не важно. Судя по всему, что не совсем. Да, импортанте линия мелодика. Да, и он там поет, и у меня на это 5 привычек. Оно же даже не влазит в размер никак. Вторая привычка – это вести дневник. Вот, записывать свои мысли и чувства очень помогает в прокачке эмоционального интеллекта. То есть в 21 веке еще дневник, ручка, все вот это. Дорогой дневник, да. Импортант, если он сгасаска не менее дженда, пентру ка еу кам вам скриаму на дженда, че че симцам сау емотиле, че момент он каря фост descoperit de mama și tata și a văzut ce scriu eu acolo, cam... Главное, чтобы муж не увидел. Только что... ты не запиши случайно в дневник дочки, когда она тебя в школу пойдет, это будет жена, меня заставляет выносить мусор прямо поверх оценок. А у меня так и есть уже, так что в следующем году она в школу, и я даже понимаю, с каким там патримонием. Да. Третья привычка – медитировать. Медитация способствует выстраиванию мозга. Я засыпаю. Во время медитации я всегда засыпаю. Ну, главное, чтобы во время чего-то другого не засыпало. Может быть, это самый плохой вариант, чтобы засыпать. Четвертое – заниматься йогой. Пятое – обращать внимание. Нет, анализировать отношения с окружающими, да. И стать активным слушателем. Больше слушай, меньше... Нет, не так все просто, Кристин. Тут еще изменить стиль общения. А зачем все усложнять? Я очень рад говорить, чем грин. Не кредка, ар требуи им вяться с негидем до пау регула де аур. София, это только это май симпл. Не ходи на работу, ничем не занимайся. Ходи, если нравится. Бездельничай. Если нет, сиди дома. Ага. Кстати, какие у вас привычки есть, которые, ну, вам нравятся, которые как все продвигают вас по жизни? Я вообще думала, что интеллект — это что-то врожденное. Оказывается, нет. Поэтому мне пока не было никаких привычек. То есть ты на что намекаешь? Ты морда царская. А, ты все-таки думаешь, что если уже нет интеллекта, то можно уже и жить спокойно. Но мне нравится, он есть. Мне нравится из этого всего проявлять эмоции с небольшой задержкой. У меня прям задержка такая нормальная. На второй день отвечаешь. На второй день где-то отвечаю, да.